Всех приветствую, меня зовут Екатерина Андросова. Сегодня мы с вами выполним комплекс на проработку балансовых асан на руках. Практика среднего уровня, и она предполагает уже определенную базу гибкости и силы. И если пока вы поняли, что чего-то не хватает, очень рекомендую вам ознакомиться с другими комплексами преподавателей нашего клуба на нашем видеосайте или же в нашем портале на канале YouTube. Посмотрите практики с детальным объяснением асан, и, возможно, тогда заниматься по этому занятию вам будет проще. Присаживаемся в любое положение с прямой спиной, небольшая настройка, положение сукхасаны, ладони на коленях, плечи увели назад, глаза прикрыли. Ровное дыхание, кто практикует мантру ОМ, 3 раза с благодарностью всем учителям за практики йоги и саморазвития. По завершении мантры опускаем руки на колени и аккуратно поднимаемся в положение стоя. Центр коврика, стопы вместе. Отстраиваем положение тадасаны. Увели плечи назад, макушкой вытянулись вверх. Пальцами рук вытянулись к полу. Сделали глубокий вдох и выдох. Через стороны руки собираем над головой, сцепляем пальцы в замок, вытягиваемся тыльными сторонами ладони вверх. Стараемся выпрямить локти, увести руки больше назад. Поднимаемся на носки, взгляд направляем вверх. Аккуратно опускаемся. Опускаем руки на пояс, левая нога опорная, правую ногу поднимаем, согнутую в колени. Правый носок на себя, от себя. Вправо-влево, вращение правой стопы в одну сторону, другую. Вращение в правом колене в одну сторону, в другую. В правом тазобедренном вращение в одну сторону. В другую. Опускаем правую ногу на пол. Перекатываем с одной ноги на другую. Вперед-назад. Еще раз стопы вместе. Вытянули руки в пол, тадасана, мула бандха, низ живота подтянут, плечи уведены назад. Через стороны руки поднимаем вверх, цепляем пальцы, тыльные стороны ладони направлены вверх, стараемся выпрямить локти. Опускаем руки на пояс. Левую ногу поднимаем. И левый носок вверх-вниз. Вправо-влево. И вращение левой стопы в одну сторону. В другую. Вращение в левом колене в одну сторону. В другую. И в левом тазобедренном вращение в одну сторону. И в другую. Аккуратно опускаем левую ногу на пол и снова перекаты со стопы на стопу.
Вперед-назад. Завершаем. Стопы оставили на такой же ширине. Пальцы расцепляем от себя. Уводим руки снова к груди и поднимаем вверх. Со вдохом к себе, с выдохом от себя вперед. Со вдохом к себе, с выдохом от себя вверх. Еще несколько раз. Постепенно завершаем. Далее оставляем пальцы сцепленными и делаем движение в запястьях вращения в одну сторону. Меняем переплетение пальцев и делаем вращение в другую сторону. Стряхиваем напряжение с запястий. Собираем стопы вместе, еще раз тадасана. Ввели плечи назад, пальцами рук вытянулись в пол. Подтянули мулабандху, низ живота, грудная клетка расправлена. Макушкой вытягиваемся вверх. Левая нога опорная, правое колено к груди подтянули. Укладываем правую ногу на левую врикшасана, поза дерева. Правое колено вправо, руки в намасте. Если чувствуете комфортно себя в этом положении, глаза прикрываем. Далее правую ногу укладываем в положение полулотоса. Снова руки в намасте. И далее экопада падма бакасана. Аккуратно опускаемся. Ладони на пол, колени на плечи и выходим в баланс. Возвращаемся, освобождаем правую ногу, стопы на ширине таза, тыльные стороны ладони опускаем на пол, расслабляем шею. Начинаем подниматься параллельно полу. Поднимаемся выше, стопы вместе, увели плечи назад и еще раз отстроили положение тадасаны. Правая нога опорная, левое колено подтягиваем к себе. Укладываем левую ногу во врикшасану. Отстраиваем свое положение. Ладони в намасте. Кто чувствует себя комфортно, глаза прикрываем. Находимся в этом положении с закрытыми глазами.
Левую ногу в полулотос. И переходим в экопадом. Падма Бакасану. Выгибаем правую ногу, ладони ставим на пол. Колени на плечи и выходим в баланс. Аккуратно возвращаемся. Левую ногу освобождаем. Стопы на ширине таза. Снова тыльные стороны ладони опускаем на пол. Расслабляем шею. Кто уже сейчас готов уйти в более глубокий наклон, ладони под стопы. И положение падхастасаны. Начинаем подниматься, поднимаем голову, освобождаем руки, сгибаем ноги в коленях, аккуратно присаживаемся, выходим в положение кагасаны. Тыльные стороны ладони соединяем, глаза прикрыты, свободный вдох и выдох. И далее экопадлаласана. Опускаем правое колено на пол. Левую ногу захватываем рукой, так, чтобы плечо и корпус обнимали левую голень. Ладони на пол, накатываемся на руки и в это положение подтягиваем правое бедро к себе. Аккуратно возвращаемся. И еще раз тыльные стороны ладони соединяем, глаза прикрыты, выравниваем дыхание. Левую руку тыльной стороной кладем на пол, правую поднимаем вверх, продолжаем выравнивать дыхание, глаза прикрыты. Удлиняем спину, удлиняем позвоночник. Аккуратно возвращаемся в центр. Правую руку тыльной стороной помещаем на пол. Скручиваем всю вашу левую сторону. И левую руку поднимаем вверх. Возвращаемся в центр. Еще раз соединяем тыльными сторонами ладони. Локти направляем вниз к полу. И далее экопадлаласана на другую сторону. Теперь мы левое колено опустили на пол. Правую ногу обхватываем правой рукой. Зажимаем ее между плечом и корпусом. Накатываемся на руки и левое бедро подтягиваем к себе. Возвращаемся в кагасану. Тыльные стороны ладони соединили, глаза прикрыли.
Правую руку тыльной стороной, ладони опускаем на пол. Левую подняли вверх, скрутка. Кто идет дальше, соединяем руки за спиной. Вернулись в центр и на другую сторону. Левую оставили на полу, правую подняли вверх. И далее, кто идет, соединяем руки за спиной. Аккуратно вернулись в центр. В этом положении мы стараемся соединить с вами стопы. Опустить пятки на пол, колени развести в стороны и руками вытянуться вперед. Расслабляем шею, головой тянемся к полу. Стараемся корпус опустить между бедер, обхватить бедрами корпус. Кому доступно, руки уводим под голенями назад, ладони направлены вверх, пальцы рук назад. Головой продолжаем тянуться к полу. Стараемся пятки не поднимать от пола, стопа плотно прижата. Аккуратно возвращаемся. Колени поставили на пол. Положение Уштрасаны. Таз толкнули немного вперед. Локти ближе друг к другу. И симметричным движением руки помещаем на пятки. Проверяем, чтобы таз у нас был над коленями. Взгляд вперед или вверх. Симметричным движением таз опускаем вниз. Снова возвращаемся на стопы. Еще раз соединяем стопы вместе, руками вытягиваемся вперед. В этот раз мы снова стараемся корпус расположить между бедер и бедрами обхватить корпус. Далее руки приближаем к себе и выходим в вариант Бакасаны. Выполните доступный для вас вариант. Поднимаем таз, переносим вес на руки. Выходим из положения Бакасаны. Стопы расставляем на ширине таза. Руками упираемся в пол. В этом положении взгляд вперед. Живот направляем к бедрам. Проворот в тазобедренных. Далее вытягиваемся вдоль ног. Ладони под стопы, под Ихастасана.
Начинаем возвращаться из наклона. Поднимаем голову, освобождаем руки. Ладони опускаем на пол, вводим ноги назад в положение прямого упора. Выходим в Адха Мукха Шванасану. В этом положении делаем глубокий вдох, выдох Удьяна Бандха на задержке после выдоха. И левая нога шаг вперед. Положение бегуна. Взгляд в пол. Длинная прямая шея. Правой пяткой тянемся назад. Правое колено опускаем на пол. Выходим в положение Артха Триконасаны. Локти, предплечья к полу. В этом положении расслабляемся. Выравниваем дыхание. Возвращаемся на левую ногу. Начинаем снова с бегуна. Теперь левую руку помещаем с внутренней стороны левой ноги. Заводим глубже под левую ногу. Опускаем правое колено на пол. И стараемся предплечье тоже поместить на пол. Вариация Уттанасана Вриштхасана. Таз направляем к полу. Передняя поверхность правого бедра также к полу. И далее вы остаетесь здесь или выходим в положение Экапада Бакасана 1. Для выполнения баланса мы приподнимаемся, руки оставляем на полу, ладони плотно прижаты, правой ногой подшагиваем к рукам и помещаем правую голень на правое плечо. Левую ногу выпрямляем влево. Возвращаемся. Уводим правую и левую ногу назад. Выходим в положение маджирясаны. И здесь компенсируем запястье. Левую руку тыльной стороной ладони помещаем на пол. Возвращаем. И правую руку тыльной стороной помещаем на пол. Ладони в пол и выходим в Адха Мукха Шванасану, собака головой вниз. Свободный вдох-выдох и подключаем Удьяна Бандху на задержке после выдоха. Далее правая нога шаг вперед. Положение бегуна. Сначала его отстраиваем. Взгляд в пол. Прямая шея. Шея продолжает позвоночник. Левой пяткой тянемся назад.
Опустили левое колено на пол и выходим в Ардха Триконасану, полутреугольник, предплечье, локти к полу. Возвращаемся на правую ногу. Снова начинаем с положения бегуна. Выравниваем, отстраиваем его. Левая нога очень сильная. Пятка левой ноги тянется к полу. Руки помещаем с внутренней стороны правой ноги. Левое колено на пол. И правую руку под правую ногу опускаемся вниз. Стремимся к полу передней поверхностью левой ноги, тазом, грудной клеткой. И вы остаетесь здесь или выходите в положение Экападабхасана 1. Для выполнения баланса мы немного приподнимаемся, ладони прижимаем к полу, левой ногой подшагиваем к рукам, помещаем левую ногу как в бакасану, а правую ногу вытягиваем в сторону. Аккуратно возвращаемся с балансом. Снова маджариасана, компенсация. Правую руку помещаем тыльной стороной на пол. Возвращаем в исходное положение и левую руку тыльной стороной на пол. Обе ладони в пол. Выходим в положение прямого упора. Утха Чатуранга Дандасана. И отсюда Адха Мукха Шванасана. Стопами подходим к рукам. Немного приподнимаемся. Стопы держим вместе. Тыльные стороны ладони помещаем на пол, но не под ноги. Просто на пол. Взгляд в пол, расслабленная шея. Свободное дыхание животом. После выдоха подключаем Удьяна-бандху. Далее мы стопы разводим примерно на ширине таза. Сгибаем ноги в коленях и стараемся корпус расположить между бедрами. Тыльные стороны ладони снова мы на пол помещаем и тянемся руками вперед. Далее правую руку помещаем под правое бедро. Скручиваемся и делаем захват за спиной. Пробуем выпрямить обе ноги, посмотреть вверх. Аккуратно раскручиваемся. Снова в центр возвращаемся. Корпус между бедрами.
Проверять, чтобы колени были над пятками. И руки помещаем под ноги. Ладони направлены вверх, пальцы назад. Левая рука под левую ногу. Правой рукой захватываем ее за спиной и пробуем выпрямить обе ноги. Аккуратно возвращаемся. Руки в пол. Стопы примерно на ширине таза. Пальцами рук или ладонями упираемся в пол и смотрим вперед. Живот к бедрам. Расслабляем шею, тыльные стороны ладони помещаем на пол, остаемся в этом положении или же ладони под стол по подхастасана. Приподнимаем голову, освобождаем ладони, ноги разводим немного шире, примерно ширина коврика. Сгибаем ноги в коленях, помещаем корпус между бедер, руки заводим под ноги и захватываем себя за голени. Взгляд в пол, прямая шея. Переходим в баланс, в худжи педасана, поза давления на плечи. Ладони помещаем на пол, пальцы направлены вперед. Вся поверхность ладони должна быть прижата к полу. Присаживаемся на плечи. И в этом положении пробуем приподнять ноги или же скрестить стопы. Перекрест на одну сторону. Пробуем на другую. Возвращаем стопы на пол. И поднимаемся еще раз. Выполняем падхастасану, ладони под стопы. Компенсируем запястье. И поднимаем голову, освобождаем руки. Снова разводим ноги примерно на ширину коврика. Сгибаем ноги в коленях. Корпус располагаем между бедер. Еще раз обхватываем голени сзади. И сейчас стараемся сложиться еще глубже. Попробуйте такой вариант. Будто бы выпрямляете ноги. Уходите корпусом глубже вниз. Уводите руки назад. Попробуйте соединить руки за спиной. В этом положении буквально несколько секунд. И отсюда освобождаем руки, ладони на пол, присаживаемся снова на плечи и повторяем или пхуджи педасану, или пробуем выйти в положение тетипхасаны. Поза светлячка. Выпрямляем ноги. И отсюда можно сделать еще раз пхуджи педасану на одну сторону. На вторую. Освобождаем ноги и присаживаемся.
Стопы вместе, колени широко. Прямая спина. Руки помещаем Тхьяни Мудру. Восстанавливаем дыхание. Правую ногу ближе к себе, левую чуть дальше. Уходим в наклон. Руки можно вытянуть вперед, ладони направлены вверх, чтобы у нас запястья постепенно восстанавливались. Аккуратно возвращаемся, меняем положение ног, левую ближе к себе, правую дальше. И снова выходим в наклон, можно попробовать руки поместить следующим образом, увести назад, так чтобы ладони смотрели вверх, пальцы рук назад. Хорошо, аккуратно возвращаемся, выпрямляем ноги перед собой. Положение дандасаны. Руками оттолкнулись от пола, макушкой вытянулись вверх. Правую ногу подтягиваем к себе, помещаем ее в джану ширшасану. Оттолкнувшись от правого бедра, легкая скрутка в вашу левую сторону. Отталкиваемся от пола, начинаем уходить в наклон. Наклон от таза, живот к бедру. Выводим руки вперед, вытягиваемся вдоль левой ноги. Аккуратно возвращаемся. Правую ногу помещаем на правое плечо. Ладонями отталкиваемся от пола и пробуем поднять таз от пола, поднять от пола левую ногу. Пробуем сделать движение левой ногой влево-вправо. Вверх-вниз. Опускаемся. Снова исходное положение джана ширшасаны. Скручиваемся в вашу правую сторону, взгляд за правое плечо. Восстанавливаем дыхание. Постепенно начинаем уходить в париуриты джана ширшасану, доступной нам форме. Если вы достаточно глубоко смогли опуститься левым плечом с внутренней стороны левой ноги, то пробуйте сделать захват.
аккуратно раскручиваемся, возвращаемся в центр. И далее аштава красна. Правую ногу помещаем на правое плечо, левую голень на правую стопу и выходим в баланс. Аккуратно возвращаемся в положение дандасаны. Тыльные стороны ладони на пол, плечи уводим назад. Выравниваем дыхание. И левую ногу помещаем в положение джана ширшасаны. Скрутились в вашу правую сторону. Руками оттолкнулись от пола. Постепенно выходим в свой вариант джана ширшасаны. Поднимаемся. Левую ногу помещаем на левое плечо. Оттолкнувшись руками от пола, поднимаем таз и ногу. Делаем движение правой ногой вправо-влево. Вверх-вниз. Аккуратно возвращаемся. И скрутка в вашу левую сторону. Постепенно начинаем переходить в положение приврита джана ширшасаны. Если опустились достаточно глубоко, то делаем захват левой рукой правой стопы. Постепенно возвращаемся в исходное положение, раскручиваемся. И далее аштавакрасана. Левую ногу поместили на левое плечо. И выходим в баланс. Постепенно возвращаемся в положение дандасаны. Тыльные стороны ладони на пол. Постепенно начинаем уходить в наклон по шимоттанасанам. Оставляем руки или за спиной, или вытягиваем руки вперед. Несколько циклов дыхания фиксируем.
начинаем аккуратно возвращаться из пасмутанасаны, компенсируем пурватанасаной вытяжение передней поверхности тела, выгибаем ноги в коленях, ладони выводим назад и таз поднимаем вверх. Взгляд или вперед, или вверх. Уводим ноги вперед, стопы прижимаем к полу, таз толкаем выше. Полный вариант пурватанасаны. Возвращаемся. Сгибаем ноги в коленях. Левую ногу вниз. Правую заводим за правое колено. Вытянулись. Артха Матсиндрасана. Скрутка в вашу правую сторону. Кто идет дальше? Левую руку заводим под правое колено. Делаем захват за спиной. Сохраняем состояние ощущения вытяжения позвоночника. Сделайте еще один цикл дыхания, еще один вдох и выдох. И аккуратно раскручиваемся в исходное положение. Мы ставим стопы на пол, колени вверх. В этом положении выровнялись. Правую ногу вниз. Левую за правое колено. Здесь вытянулись. И скрутка в вашу левую сторону. Кто идет дальше, правую руку заводим под правое колено. Делаем замок за спиной. И аккуратно раскручиваемся. Стопы на пол. Далее, если у вас сегодня противопоказания к перевернутым асанам, вы уже можете перейти к шавасане, лечь на спину и начинать восстанавливать тело. Если же противопоказаний нет, то ложимся на спину и переходим к комплексу перевернутых асан. Поднимаем ноги под 90 градусов, носки на себя, руки уводим за голову. И далее делаем несколько движений, стопами стараемся коснуться пальцев рук и ноги вернуть в исходное положение. Прокатываем верхнюю часть спины таким образом. Еще несколько таких движений. И с очередным движением задерживаем стопы на полу. Руки переводим назад. Сгибаем руки в локтях. Переносим больше вес в плечи. Из этого положения поднимаем правую ногу вверх. Опускаем. Поднимаем левую ногу вверх.
Опускаем. Фиксируем халасану еще 3 цикла дыхания. Руки уводим в противоположную сторону от ног. Поднимаем ноги вверх, сарангасана, удерживаем 3 цикла дыхания. Возвращаемся в халасану. Руки уводим в сторону ног и начинаем корпус аккуратно раскладывать по полу. Задерживаем ноги под 90 градусов. В этом положении делаем вдох, выдох, подтягиваем Удьяна Бандху. Далее сгибаем ноги в коленях, опускаем и переходим в положение Шавасаны. Руки и ноги вытягиваем на полу, ладони направлены вверх. Мысленным взором пройдитесь по телу от стоп до головы. Направьте внимание в стопы. С очередным выдохом уберите все напряжение из области стоп. И точно так же, направляя внимание далее, растворяйте напряжение в частях тела, которые я буду называть. Расслабляем голени. Колени. Бедра. Расслабляем кисти. Предплечья, локти, плечи. Полностью расслабляем спину, поясницу, грудной отдел, шейный. Расслабляем переднюю часть тела. Переводим внимание в область лица. И с очередным выдохом убираем все напряжение из этой области. Еще несколько минут находимся в этом положении, продолжая осознавать свое тело, наблюдать свое дыхание. Если внимание постепенно отвлекается от дыхания или от наблюдения тела, то используйте счет дыханий. Попробуйте досчитать до 10 и обратно.
постепенно завершаем наше небольшое расслабление в позе шавасаны. Пошевелите, пожалуйста, пальцами рук, пальцами ног. Руками вытягиваемся за головой. Колени подтягиваем к груди и аккуратным перекатом или через правый левый бок присаживаемся. Для завершения практики завершаем ее любым из двух способов. Или руки опускайте на колени, глаза прикрыты, просто наблюдайте свое дыхание и наблюдайте за состоянием после занятия. Или же руки складываем перед грудью. С благодарностью всем учителям за практики йоги и саморазвития. Три раза поем мысленно или же вслух мантру. На этом наше занятие завершено. Благодарю вас за участие. Я надеюсь, что все асаны сегодняшнего занятия у вас получались. Если же были какие-то сложности, буду очень благодарна за обратную связь в комментариях, какие асаны не получалось, в чем есть вопросы, может быть, что-то непонятное. Практика была среднего уровня, и она предполагает уже определенную базу гибкости и силы. И если пока вы поняли, что чего-то не хватает, очень рекомендую вам ознакомиться с другими комплексами преподавателей нашего клуба на нашем видеосайте или же в нашем портале на канале YouTube. Посмотрите практики с детальным объяснением асан, которые мы выполнили сегодня, и, возможно, тогда заниматься по этому занятию вам будет проще. Вам желаю успехов в практике и очень буду рада встрече на занятиях на ресурсах канала Умру и asanaonline.ru.